Алло. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуй, Сереж, здравствуй. Минуточку отвлеку, удобно? Давай, отвлекай. Смотрите, сейчас машина должна подъехать. Просто хочу попросить вас, у вас же есть дистанционный этот, чтобы, ну, через телефон открыть. Сможете нам открыть? Я думаю, что его уже отключили, потому что вчера было правление по исключению меня из ЖИСКа. Это как? Ну, так как. Потрясающе. Ну, да. Чем это грозит? Ну, как чем? Исключением чем оно? Не, ну, гаражи-то не отберут. Проезд не должны забрать. Гаражи не должны отобрать, да. Ну, у них же, как сказать, своя правда, у них свой закон. Ну, у них свой, да. То есть да, тут как бы да. Они, да. Вот мне уже сегодня сказали, что это режиком резать меня будут, убивать и так далее. То есть, вот, это уже... Ну, это надо все фиксировать. А я зафиксировал, все, сейчас я полицейскому буду это, да, уже подавать заявление, так что это все, оно достало, все это сходство. Вот. Ну, если что, попробуйте, я вам прозвоню. Попробуйте, вдруг... я попробую, да. Сейчас водитель подъедет, да, я вас наберу тогда. Да, но я думаю, что они отключили, потому что они... Если они отключили, значит, еще им лучше. Да, им еще лучше, да, им. Ну, там, значит, подгоню свою газель и проложу путь, лыжню опять. Смотри, там, ты довоюешься там. Ну, а что мне остается? Что мне остается? Там он, других вариантов я не вижу. Все, добре, спасибо, Сергей Владимирович, на связи, я побежал. Хорошо. Потом давай. Обливаться. Это первый договор я вам даже нашел. Я вам второй не нашел, где 44-й и 45-й. А? Это мои проблемы, да. Но второй-то есть. Еще раз говорю, но он есть. Я его просто не нашел. Бухгалтера вчера не было. Если это принципиальный вопрос, сейчас бухгалтер на месте, ее вчера не было. Нет, давайте не так. Второй договор, он отдан председателю ГПК. Понятно? То есть вы отказываетесь пропускать? Вообще, не имеете? Все, договор, я звоню. Договор, да я вам показал, что он есть вообще. Это 12-й год, это первый договор, когда 44-й, 45-й бокс первый был. Вы мне его, это самое, вы не мне показываете, вы председателю, вы должны подключить, если вы арендовали. Все, разговор окончен. Разговор окончен. Я вызываю ГАИ опять. Ну, указания, значит, я понял вас. Нет, я не могу отъехать. Вы нарушаете. Полицию вызывайте. Вызывайте полицию? Нет. Вот сейчас я буду стоять уже здесь и никуда отъезжать не буду. Это ваше право. Вы ответьте, пусть дайте людям. Здравствуйте. Будьте добры вызвать наряд полиции. Улица Кореновская. Кореновская, 12. Меня не запускают в очередной раз в ГПК. Опять указания. Тут вот уже претензии у людей возникают и все остальное.
Кореновская, 12. Я хочу заехать. Я говорю, отъедь отсюда, блин, а? Что ты сейчас должен выехать. Я понимаю вас, отъедь. А я должен заехать. Пропуск вызываю есть. Полицию. Полицию звоню, вызываю. Пропуск есть. Еще раз говорю, слушай, мне не нужен пропуск. Отсюда, а? Вон, тебя, посмотрите слушай, уедь договор. Отсюда, блядь, я тебя прошу. Успокойтесь. Я, блядь, на работу. Уважаемый, слышу, успокойтесь. Уедь отсюда, нахуй. Успокойтесь. Я говорю, уедь отсюда. Значит, слышите, полицейские? Значит, вот люди стоят уже, угрожают, по машине стучат. Вызывайте, пожалуйста, сюда участкового, ДПС. Что-что, ГПК – это гаражно-производственный кооператив. Какой он первый? Вот там, стать. Алло, да, ну просто тут кричат на меня, да. Угрожают. Моя фамилия Жилин Сергей Анатольевич. Будьте добры, сотрудников ДПС и участковых. Слушай, я ожидаю. Встань вот там назад и потом жди кого хочешь. А? Послушайте, я должен сюда заехать. Люди нарушают мои права. Вон договор, вы почитайте. Не вот этот, почитайте. Может быть надо. Пиздюлей может давать. Быть надо. Давайте. А? Если вы такой смелый, вы давайте. Вы предоставили договор, который действительно. Я прошу прощения, тут мне в окно кричат, у вас плохо слышно. Одеть отсюда. Да, я выйду, потом будешь спорить, а? Вам ваши права никто не нарушает. Да? Алло, да, я прошу прощения, кричат в ухо, извините. Да. Все, благодарю, жду, спасибо. Пусть они подъезжают, выпустите. Да, дай, мы выйдем, машину сделать. Стой, ребята, стой, извините, но я 7 месяцев терпел, понимаете, 7 месяцев, это да, уже слушай, вот так. Я не знаю, почему вы. Вот приедут. Почему он, пусть и объяснит, почему. Слушай, председателя вызовите сюда, слушай, пусть он объяснит. Еще раз говорю, понимаю. Дайте что-то. Я ж нахуй, блядь, порежу, блядь. Давай. Давай нахуй убирайся. Давай. Убирайся отсюда, съедь назад, дай людям выйти. Ишь ты какой красавчик. Какой там у тебя номер? 205, отлично. Давай, едь назад. Нет, да? Нет. Приезжают полицейские, оформляем. Если я что-то нарушаю, значит меня повезут куда там надо. Слушай, ножиком слушай, зарежете? Замочить давайте. Надо, или что? Что? Замочить тебя где-то надо или что? Ты что, друг? Что, друг? Да ты ничего. Ты другим портишь жизнь, блин, а? Я другим не порчу. Да, я вот специально поставили такую ситуацию. Да кто поставил? При чем председателя вызывали. Я понимаю, что вы ни при чем. Да, я вы. Но я при чем? Договор вон в руках. Возьмите, почитайте. Какой договор? Это договор до 2013 года. Он был пролонгирован. Он был пролонгирован. Да вы принесите. Откройте все. Председатель. И пусть вас подключат, ваш телефон подключат. Будете заезжать. Причем тут, что вы от меня хотите? Я не имею права. Отгоните мой автомобиль. Автомобиль отгоните, пожалуйста. Может быть надо пиздюлей. Может быть надо, давайте. А? Если вы такой смелый, давайте. Давай. Давай нахуй убирайся. Давай. Ножиком зарежете. Давайте. Что? Замочить тебя где-то надо или что? Ты че, друг? Так, сегодня 22 декабря 2020 года. Как видим, вон прекрасная машина эта стоит, номер К108АС23. Так, вот хотел я удивительный пропуск получить, но никого нету. Время у нас 11 часов 50 минут. Никого здесь нет, висит замок. Как мы видим, ни расписания работы, ничего нет. Автомобили стоят. Вот так вот. И вот этот автомобиль, который ремонтировался. Вот. Так что как-то так. Нету председателя.
Да, вот этот удивительный пропуск, который мне как бы необходимо получить, который, ну, в общем-то, никто, наверное, в глаза не видел. В общем, нету председателя на месте. Без 10-12 дней. Алло. Алло, добрый день, господин Даскировна. Мы приехали, прибыли по месту происшествия. Где вы находитесь? До свидания. Я нахожусь вот сейчас в ГПК Энка возле 44-45 бокса. Вот, ну, сейчас я подойду тогда, или вы подойдете, как сделать? Сейчас, секундочку. Так, ГПК Энка, 40, еще раз. 44-45 бокс. Ну, будете заезжать, там шлагбаум, охранник вам скажет. А мы проехали, мы дорогу пешком уже переходим. Пешком переходите? Так, ну, я здесь. Это последний ряд гаражей. Последний ряд гаражей. Я тут стою, вас жду. Так, вот где обои, шторы, туда за угол заходим, правильно? Да, да. Видите, шлагбаум стоит? Да, вижу. Ну, вот обратите внимание на шлагбаум. Там гвоздей набили, видимо, кого-то убивать будут. Так. Все, ну, вижу шлагбаум. Ну, вот так, я вам говорю, да, видите, обращайте внимание. Это вы вон стоите, правильно? Нет, я там не стою, я стою возле 44-45 бокса. Если вы прямо до конца пройдете, то вы меня увидите. Хорошо, все, спасибо. Угу. Итак, друзья, вот спустя сколько времени, сейчас у нас время 12:15, позвонили мне полицейские, женщина. Сейчас она сюда прибудет, ну и будет, наверное, отбирать объяснения и так далее. Итак, уже стала добрая традиция, дорогие зрители, как сотрудники полиции, как себе на работу, ходят ко мне в ГПК. Давно мы не виделись. Давно, приветствую. Давно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, опер уполномоченный Калюжный Данил Пацаненко. Замечательно. Жилин Сергей Анатольевич. Значит, сегодня произошла следующая ситуация. Я сразу предупреждаю, что фиксирую. Для чего фиксирую? Я полагаю, что сотрудники полиции, которых сам председатель признался в том, что его есть у него высокопоставленный друг, генерал МВД, который крышует и все остальное, в течение 7 месяцев сотрудниками полиции должным образом не... скажем так, проводятся мероприятия, фиксируются спустя рукава и так далее. Именно поэтому я вас фиксирую, ваши действия. И то, что я говорю вам, в дальнейшем будет и использовано в суде. Итак, сегодня произошла следующая ситуация. В очередной раз, уже не по доброй традиции, меня не запустили в ГПК. Значит, это видео я вам передам, то есть что произошло непосредственно. И уже прозвучали угрозы. Человек, водитель сказал, что что, взять ножик, зарезать тебя? И так далее. Также эта информация будет передана. Поэтому вот принимайте меры, собирайте информацию, место опрашивайте и так далее. А? Место происшествия. Значит, я стоял на шлагбауме в ГПК. В автомобиле, и, соответственно, в этот самый момент, то есть я никуда не двигался, никого не пропускал, то есть мне нужно было проехать, то есть нарушались непосредственно мои законные права, вот, и я просто-напросто заблокировал дорогу до того момента, как откроют шлагбаум и запустят меня сюда. У других водителей это вызвало дикую реакцию, ну и как следствие. Значит, перво-наперво я хочу на что обратить внимание, уже 1 325 000 раз. Земля является муниципальной, насколько я знаю, может быть, у вас какая-то будет другая информация. Это муниципальная земля, договора аренды нет. То есть это вот шлагбаум, все равно, что выйти на улицу Дзержинского или на Красную, поставить шлагбаум и начать там осуществлять какую-то деятельность. Вот, далее. Шлагбаум – это вот первый момент, что контрольно-пропускной пункт осуществлен. Соответственно, меня не запустили. Причем это подтверждается тем, что тут, оказывается, какие-то есть пропуска. Пропуска. Хотел бы я пойти пропуск получить. Подошел, вот можете сейчас вместе пройдем к администрации. Посмотрите, что она закрыта, там никого нет. Председателя на рабочем месте нет. Пойдемте туда. Где ваш паспорт? Мой паспорт. Ну, конечно, а куда ж? А мы по пути, мы сразу по пути пойдемте, сразу посмотрим на место и пойдем дальше. Что нам возвращаться-то? Пожалуйста, мой паспорт.
Ну, давайте заявление будем писать, принимать. Так вы же говорите, нет, паспорт, ну, сразу. Ну, если вы думаете, что нету, так и все есть. Итак, дорогие друзья, мы движемся к администрации ГПК НК. Вот это та самая дорога, я еще раз вам напоминаю, из-за которой сыр-бор, который я должен сделать, заасфальтировать. Но я отказался это делать и асфальтировать. Потому что сюда заезжают автомобили мусороуборочные, вот убирать вот эти вот ящики весом 15 тонн и более. Автомобили, которые приезжают ко мне, весят всего-навсего 8-9 тонн. Подождите секунду, вам тут угрожали? Нет. А что вы здесь показывали? А я здесь показываю зрителям, я буду выкладывать на YouTube, из-за чего сыр-бор, из-за вот этой дороги, из-за чего происходит вот это все. Итак, здесь мы можем увидеть, что на данном проезде также стоят автомобили. Вчера сотрудники ДПС как бы ничего не сказали. Возбуждено административное расследование, которое чем-то должно завершиться, каким-то результатом. Подождем. Итак, вот это вот администрация ГПК НК. Как мы видим, время работы здесь нет. Ничего нет. Время я фиксирую 12 часов 20 минут. Ну, буквально полчаса назад я фиксировал, тоже здесь никого не было. Зафиксируйте, пожалуйста, что здесь на рабочем месте никого нет. Пойдемте на место происшествия. Итак, вот с сотрудниками мы идем, движемся к месту совершения правонарушения. Вот замечательный, какой мне подготовили шлагбаум с гвоздями. Вот он, красивый. Итак, я находился с этой стороны на автомобиле «Газель». Подъехал, посигналил, попросил пропустить меня. Это вот сооружение для уборки льда, а не это не... Да, ну, а я понял, что вот для меня приготовили. Итак, значит, находился здесь. Мужчина на белом автомобиле Volkswagen находился с той стороны. Вот. И, соответственно, произошел тот диалог, который произошел. Видео я вам предоставлю. Что еще? Какая информация нужна? Проходите сейчас. Куда? Чуть дальше. Место происшествия сейчас. Сфотографируйте. Фотографируйте, оформляйте. От меня что нужно? Заявление, объяснение по данному факту. А на чем вам угрожали? Это вы заснили все? Человек на словах сказал, что тебя что, убить ножиком, зарезать? Нет, визуально не было, то есть угроза была высказана в словесной форме, но я воспринял ее реально. Куда? Туда? Я боюсь туда. Не, пойдемте лучше ко мне в офис. Да я вдруг покусают, я не знаю там. Хорошо? Паспорт нужен же вам, да? Леночка, у меня к тебе огромная просьба. Слушай, там вот эти ж копии договоров аренды есть, лежат. То, что Алита распечатала. Я тебя прошу, принеси, пожалуйста, вот один комплект сюда. К материалам дела приложить. А, на шлагбауме, на шлагбауме. Спасибо, масочку не забудь. Давай. Да, Катюша? Я не знаю пока, с сотрудниками оформляем документы. Катюш, не знаю, какой он точкой будет, поедет ли детский сад или нет. Пока. Катя, я понимаю, что последний день. Ну вот, значит, убытки будет ГПК нести. Ну что, предъявим иск. Вариантов нету. Я что, госконтракты не выполняю? Ну это не моя вина. Вот сотрудники здесь стоят, и это на камеру все фиксирую. Твой звонок также фиксируется. Значит, будем подавать и судиться с ГПК. И с сотрудниками полиции. Ну, как-то так. Если я успею сейчас быстро все это закончится, значит, поеду. Нет, значит, нет. Добрый, на связи. Я дам знать тебе, Катюш. Они где находятся? Это центр Гоголя и Седина, да? Там? 15-й. Все, я понял, понял. Ну, посмотрим. Давай. Угу.
А вы арендуете? Да, сейчас документы принесу. Я арендую, а почему-то председателю ГПК кажется, что я не арендую. Да, вы подъехали к шлагбауму, правильно? Да. Значит, значит, дорогие друзья, вот я фиксирую, сейчас я достану из файлика, дабы зафиксировать, что я сотруднику полиции в очередной раз передаю договор. Возьмите, пожалуйста, приобщите к материалам дела. Это договор аренды. И вот файлик можно положить, будет красиво. Автомобиль «Газель» А813РК. Просто «Газель», оно нет, там как 2103 или что такое. Просто «Газель». Понятия не знаю. «Газель», «Газель», «Газель» грузовая. Мне отказали в заезде. Все. Я набрал номер дежурной части полиции и стоял и звонил, сделал заявление о том, что происходит. В это самое время ко мне подошел. Вы после того, как вам сразу отказали, вы позвонили? Да, сразу вот здесь я стоял, на этом самом месте. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, правильно? Для того, чтобы вызвать на место сюда сотрудников ДПС, так как это есть дорожная сеть города Краснодара, муниципальная земля, на которой установлен вот этот чудо-шлагбаум и вот эта вот штуковина с шипами приложена тут, непонятно для чего. А? Надо полицию вызвать, чтобы разобраться в этой ситуации, правильно? Да. Машина была, вы запомнили? Машина Volkswagen, белый. Ваша машина стояла тут, правильно? Нет, машина стояла вот здесь напротив, вот здесь вот он стоял напротив, хотел выехать. Соответственно, я находился здесь. Машина отсюда ехала? Ту, да. Которая вам угрожала? Из ГПК, да, из ГПК выезжал. В этот момент? Ну, ко мне подошел мужчина из этого автомобиля. В этот момент подъехала машина. Из нее вышел мужчина. Из выезда ГПК. Ну, автомобиль двигался на выезд из ГПК, да. Выезжал из ГПК? Да, кстати, вон там девушка, смотрите, камера видеонаблюдения имеется, так что можно будет все это. Не знаю, пола или не пола, нет, какой-то джипик небольшой, Volkswagen. Номера, вы помните? Номера у меня, да, я скажу вам сейчас. 12-й год, это первый договор, это 44-й, 45-й год. 005Н. Мне вообще не видно. 005. Ну, камеры есть, но я вам сброшу, вы на видео посмотрите сами. Машины номера вы не запомнили, но видео... Я запомнил, есть у меня номер, сейчас я. Ну, ищите там. Сейчас найдем, что не запомнил. Видео, смотрим, данный материал. Так. Нашел на ответ, что вызвал администрацию. Кто сказал, Губа потребовал, чтобы убрал свой автомобиль с дороги. На что я ответил, что вызвал сотрудника полиции и свой автомобиль убирать не буду, пока полиция не будет и не заложит в данном факте. На мой отказ он... Хера, что это ты нас? Что за народ? Добрый день. На мой отказ он ответил в грубой форме и начал угрожать. Угрозу воспринимаю реально за свою жизнь пережила. Откуда? Далее конфликт идет до пока более 7 месяцев. Первое обращение написал 16.06.2020 года. Я на дистанционке, поэтому я не подхожу. Комнату проверили. Комнату что заходить? Здесь? Написал, да? 16.06.2020 года. Распишите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему вы здесь не записали, какие слова угрозы были высказаны? Ну, то, что вы сказали, я сейчас... Я вам сказал, а где тут написано про нож, про то, что вечером встречу, тебя зарежу? Ну, дополню. Так, а что дополню? А почему вы сразу не записали? Скрываете информацию?
коррупционно. А вот и мужчина, вот. Собственной персоной, пожалуйста, вот он заехал на автомобиле. Полицейские. Вон мужчина заехал этот на машине. Сегодня? Так, идите сюда, мне полностью сразу рассказывайте. Угрозы были от слова до слова, до запятой. От слова до слова я вам на видео дам. Я вам нет, сказал, как... Нет, надо сейчас записать. Давайте говорите. Угрозы были именно от слова до слова. Ну как я в слово слово? Я вам говорю, смысл угроз был, что тебя вечером встретить и зарезать ножом. Вот такие были угрозы. Более детально вы это все на видео и аудио услышите. Встретить ножом. Ножом. Что зарезать. Все, вы расписываться будете? Конечно. Так, завтра надо здесь унести. Что-что? С моих слов записано верно, но и лично прочитано. Секунду, вот вы дописали, я фиксирую. Не вот здесь, а не где, а вот здесь. Вот, я понял, мы сделаем вот так. Да. Сегодняшнее число, вот здесь пока, где подпись, не надо. Ну ниже распишитесь, какая разница, вот я распишу здесь. Сегодняшнее число. Сегодня у нас 22-12-20 год. А вы сюда не добавили, что я приложил вот эти документы? Вы не посмотри, внесли? Посмотри, я это все опишу. Осмотр мне сопровождает. Хорошо. Где мои расписывания? Все зафиксировали? Все правильно? Ну, да? Вроде бы да. Там видно подпись. Будет. Расшифровка фамилия не стала. Подпись расшифровка фамилия. Так, объяснение. Сейчас я фиксирую. Так, подпись лица. Так, это чье подписи? Ваша. Это мое, да? Хорошо. Так. Здесь, да? Алло, да? А кто это? А, да, говори. Она за... Нет, еще нет. Честно, не знаю. Я не знаю. Вот машина заезжает в газель, вообще без проблем, без вопросов, автомобиль заехал, все отлично. Он открывал заказ, но он же провел ее, да? Да. Так, это краткая фабула просто. Краткая фабула. Сейчас я зафиксирую, чтобы зрители видели, знали, понимали. Давайте. Так, где? Вот здесь, да? Угу. По 306. А что такое 306? Ложные сведения. Ложные сведения. А что ж вы мне их сразу-то не разъяснили? А я вот расписываюсь. Вдруг я почку теперь должен? Нет, не должен. Не должен? Нет? Вот спасибо.
Что еще будете оформлять? Осмотр места происшествия. Да, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие документы вы будете изымать сейчас из ГПК НКО? Вы мне предоставили все, что нужно. Это я вам предоставил свои документы, что я сюда могу заехать. И оснований, скажем, решения суда о том, что я не могу сюда заехать, ни у кого нет. У меня в том числе из ГПК НКО. Какие вы будете документы истребовать для того, чтобы подтвердить? Первое, я вам подсказываю, да, то есть это будут люди смотреть, и я понимаю, что сотрудники более компетентных органов также это будут смотреть. Какие документы, например, договор аренды на земельный участок, который вот ГПК арендует, документы на шлагбаум, будете ли вы истребовать? Будете. Так, замечательно. Что еще здесь понадобится для того, чтобы выяснить, могу я заезжать, не могу заезжать? Выясню, как вы считаете? Еще такие пропуска, про которые вам говорили. Какие пропуска, да? Где они фиксируются, как они записываются, как они выглядят, да? Да. Как они доводятся до, скажем так, граждан, либо организаций, которые сюда заезжают. Правильно, да? Это. То есть, с кем был уведомлен я или не был уведомлен о том, что нужен пропуск. Верно понимаю, да? Да? Что еще нужно будет для правильного рассмотрения данного дела? Все, что вы перечислили, все верно. Больше ничего не надо. Больше ничего не нужно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие сроки рассмотрения и уведомления? 10 суток. 10 суток. Я вас понял. Что-нибудь еще от меня нужно? Столом уведомления должны быть. Может быть, вы мне предоставите номер телефона, на который я сброшу по WhatsApp видеофайл, который будет являться подтверждением того, что действительно здесь произошло, и вы приобщите также это к материалам данного заявления. Оперуполномоченный, я понял, хорошо. Я прошу прощения, я сейчас нужен сильно? Или я могу сходить пока в офис? Не нужен, да? Если что, телефон мой есть, прозвоните. Хорошо, спасибо. Ну, я не знаю, я вас спросил, считаете ли вы, что вот это вот контрольно-пропускной пункт или нет? Здесь стоит шлагбаум, имеется ограничение по въезду-выезду, имеются какие-то талоны, уведомления, все остальное. Значит, я прошу вас разобраться. Ну, какие? На проезд? То есть можешь или нет? Пропуск, да. Значит, вот сейчас, пожалуйста, дополнительно, по моему устному заявлению, разберитесь. Что это за пропуски? Почему? Как здесь? Хорошо, мы заезжать? Еще раз говорю. Значит, если вы не установите, что это контрольно-пропускной пункт, значит, вы не установите, пожалуйста, отразите в материалах дела. Если вы установите, я прошу вас сделать заявление в Росгвардию. Вы услышали меня? Хорошо. В Росгвардию. Это компетенция Росгвардии. Хорошо. Это, я считаю, контрольно-пропускной пункт. Хорошо, мы вас услышали. Все, благодарю вас. Доброго. До свидания. Хорошо.